Приехали мы на остров, и это центральный городок. Такое все здание, обросшее зеленью. Сейчас мы выйдем на главную улицу. Ну, городки здесь небольшие. Такое одноэтажное, маленькое. Такие тут домишки, магазинчики. Такие с Дикого Запада. Вон аптека, в которой, скорее всего, можно купить от шампуней до алкоголя. Да, венская открыта много уже, да. Чем. Мне просто внутрь нельзя посидеть. Да, ну вот, допустим, вот здесь вот. Там, кстати, уже даже и внутрь. Да, кстати. Open, hot, take-out. Фига. Ну, они, да, видишь, сошел, типа, они внутри, типа, сделали, чтобы можно сделать. Подождать, типа, пока они изготовят? Нет, скорее всего, можешь там сидеть на расстоянии. А-а-а. Типа, они там, так прикольно. Сидит, они, может, и столами. Так прикольно. Вот это вот Monkey 3. Такая елка довольно оригинальной формы. Вот такие тут домики. Да, ну как бы дальше там тоже есть деревня, там смотреть нечего. Ну пошли обратно. Круто, мы приехали. Ну мы сейчас. Да. Ну мы сейчас до пляжа доедем. Выехали мы тут на одну набережную, нашли. Вот там Рейнир виден. Женщины сидят. Саша стоит. Вот. Меня колючки щиплют. Вот, такой вот тут сильный отлив. Вон там даже лодка на мель села. Там люди не знают, что делают. Там, мне кажется, грязно глубоко. Они, может, ищут таких. Может быть, да. Наверное. Прибегает, да. Плюс 26. И это не Якима. Где в 36 свежие? Ладно, мы приехали в парк Робинсон. Тут маяк есть, пляж, но пока мы решили погулять под деревьями, потому что без деревьев слишком жарко. Маяк направо. Ух ты! Так мы можем здесь погулять. Нам не обязательно туда идти. К маяку. Сразу. Вот так такой свежий. И все зеленое. Наши к маяку. Пока не очень большой, но какой есть. И Рейнир. И Саша. Нормальный сегодня такой вид. На вулканище. Просто вообще там не облачко, вообще офигенно что-то видно. А вы знали, что ракушки растут на деревьях? Мы вот впервые увидели такое ракушечное дерево. То есть очень много ракушек повыколупывалось. И вот они все здесь живут. Такое вот дерево. С ракушками.
Такой этот пляж прикольный. Здесь очень много ракушек, и они бывают просто гигантского размера. Ну вот, вот, вот как это вообще? И еще очень разных форм и видов, которые мы даже раньше не видели. Вон еще один кустик с ракушками. Так, мы идем к тому домику понять, что там такое. Если это вообще домик. Саша тут нашел вот такую ракушенцию. Она вот такая объемная. То есть обычные ракушки, они такие плоские. А вот здесь вот она объемная, такая шарообразная. Ну, конечно, она разлобанная, да, но с красивой стороны она офигенная. Вот, еще мы нашли вот такие ракушки. Это вот красивая часть, маленькая красивая часть такой же ракушенцы. Оранжевая ракушка. Первый раз такую вижу, что она была оранжевой. Обычно такие ракушки, не знаю, белые там. А это вот такая оранжевая. Ну, и целиковая, простая, беленькая. И вдобавок ко всему этому мы больше такое здесь не видели. Ракушка, которая вроде бы выглядит так же, как вот эти плоские, но она, судя по всему, перламутровая. Она и внешне такая, как с юбочкой. И изнутри у нее поблескивает перламутр. Вот такая красота. Вот это вообще прикольно. Что ж такие необычные ракушки? Возвращаемся назад к машине по северному трейлу. Мы тут приехали под названием... Может быть. Point. Так вот, мы приехали, знаешь, в одно место с видом на Рейниры. Вот я ровно посередине стою, вот он. Вот поэтому он называется, наверное, Inspiration Point. А вот сама точка. Ну да. И типа вот лесенку встаешь сюда и инспирируешь. Нет, отсюда уже не видно. Да. Непонятно с этой лесенки, что делать. Inspiration — это вдохновение. Соответственно, вдохновляться вот именно вот с этой точки, с нижней точки лестницы на Рейнир. Мы просто как-то так и проехали мимо так. Ну что, клёвенько тут? Ну, пока непонятно, что вообще делать. Инспирироваться. Вдохновляться. Я понял, здесь кайт, скорее всего, скорее всего, да. Скорее всего, да.
Ну, здесь можно поесть. А какое дерево? Вот такой нормальный хайкинг. Ну, он просто вниз идет. Просто вертикально. Не, он туда. Ню. И вот сюда еще тоже. Ню. Там, скорее всего, с видом на гору. Скорее всего, да. Но, в принципе, с нижней ступечки, ступеньки, место для вдохновления тоже видно. Блин, прикольно. Мягонькие. Ха, вот эти колючие, а вот эти мягонькие. Отсюда, кстати, тоже нифига не видно. Видно только вот оттуда. А, не, вот. Во. Вот. А, в общем, мы сейчас стоим, ждем парома, вон там очередь машин. Ага. В общем, мы сели на паром в сторону Такомы. Вот Рейнер. Вот Такома. Вот парк Джиенс. И вон там вот пляж вид, на котором мы сидели. Неделю назад? Прикольно. Ну, блин, вулкан вообще, не знаю, видео вообще не передают, какой он гигантский. А вот там вот остров. Да, вот там дальше Гигхарбор, домики видны. Блин, вообще прикольно. Я тут, не знаю, наверное, минут 15 всего плыть-то. Быстро поднялись на паром посмотреть на вулкан, чтобы получше было видно. Вот этот остров. Домики. Отлив еще есть, походу. Плывем мы вот туда.